Конституция России – фундамент государственности. Она была принята в 1993 году. За два десятилетия в документ вносили поправки. Однако главное осталось неизменным. Основной обязанностью государства признается соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. Очень значимый день для нашего государства – день 20-летия образования нашей Конституции, нашей страны. И, конечно, все должны об этом знать. Особенно знать это должны наши юные поколения. Наша молодежь, она хорошая, она знает и изучает эти законы, но она должна знать и гордиться своей страной, и должно у каждого из нас быть чувство патриотизма. Если вдуматься, то 25 лет назад приняли на всеобщем референдуме закон, по которому мы живем и сегодня. И Конституция прописывает наши права, обязанности, территориальное обустройство. Чтобы помочь вспомнить гостям праздника все права и обязанности, студенты одного из направлений подготовили тематическую викторину. К примеру, какое право нарушила злая мачеха, не пустив Золушку на бал? Такие интересные вопросы в игровой форме составили учащиеся вуза. Государственное муниципальное управление – направление, которое пользуется интересом и популярностью у молодежи, потому что активная, развитая молодежь стремится изменить к лучшему нашу страну, стремится делать жить еще лучше. И для этого надо качественное, хорошее образование. Сейчас на факультете обучается порядка 400 человек. Прогрессивные и активные студенты принимают участие в большинстве городских мероприятий, участвуют в краевых и всероссийских конкурсах. В конце праздника победителей викторины гостей ждали приятные сюрпризы. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа регион.